Так, вот вы спрашиваете, как происходит магия звука. Ну, вот я вам сейчас покажу, как она происходит. Вот микрофончик, вот процессор. Сейчас есть задачка определенная. То есть мне нужно найти звук, подготовить его для разбора. Вот здесь все происходит. Сначала я выключаю инструменты по одному. Вот основной. Я его выключил, и вот звука нет. Вот он. Теперь в самом конце темп. Темп, мы его возьмем за основу. Здесь я обычно не ставлю, но пусть будет то, что будет. А будет у нас ми минор. Дальше отсюда уходим и начинаем работать с вот этими показателями. Здесь у нас фидбэк небольшой, большой эффект. Обычно я делаю побольше дилей. Уже получается неплохо. С ревером тоже много слишком. 7,9 или 8,4 оставлю при дилее, в зависимости от тоже внешних обстоятельств. Как-то как звучит вот на. Теперь можно с вот ой, нажимаем эффект и вот эти вот перемещаем все. Смотрите, что с ними можно сделать. Вот FX1, акустическая гитара. Вот с ним, вот без него. Здесь есть параметры резонанс. Дальше что у нас? Компрессор не люблю, эквалайзер в крайних случаях добавляю, хорус можно поставить сейчас. Так, вот, вот без него, вот с ним. Уровень эффекта. Вот он здесь, можно поменьше сделать. Немножко стерео дает, расширяет, это мне нравится. Что еще? Смотрите, среди FX, вот FX2. Дальше его, после... Это всякие вот квакушки можно здесь. А можно вот... посмотреть все, какие есть. Опять же, хорус, да, можно два хоруса поставить. Хорус на хорус, фленджеры, компрессор, бас. Можно дилей еще один поставить. Вот как я делаю, да, допустим, у нас сейчас стоит дилей, и мы еще панорамный поставим, мелкий какой-нибудь, допустим. Вот без него. С ним.
как будто дышать начинает. Вот без него. Вот с ним. Вот здесь я сильно обрезал. Низ убираем. Вот, у дилея всегда большой хвост. Я делаю всегда, чтобы было так, чтобы большой хвост у дилея был. Поэтому он длинный, но когда в записи, если аранжировка, несколько гитар, он растворяется, и мне нравится как это. Смотрите, еще можно поставить микрофон, активировать send. Я в send ставлю микрофон, не знаю, правильно это или неправильно, но у меня особого выбора нет. Вот так звучит с микрофоном и гитара, соответственно. Thank you.